Hello everyone and welcome. Всем доброго вечерочка. Всем привет, ребята. Сегодня в гостях я, Серега Варин, моего любимого, так сказать, стримера, товарища Бубокса, он же Буба. И сегодня я буду сакать нашего товарища, дабы чтобы он не потерялся и не ушел куда-нибудь не в ту степь. Так что всем здрасте. Вот они, собачка милая спит. Ох, как я обожаю эту локацию. Здесь моя самая любимая локация. Тут столько прекрасных. Мне же интересно, если я к ней приближусь, она сагрится? По-моему, нет. А, ну тогда пойдем. А, ну понятно. Там этот хрен. Потом. Хрю-хрю, собачка. Кого-то мне напоминает, как она дрыхнет. Всегда, как говорится, когда это вспоминаешь, ну, себя легко вспомнить. А, себя. Я думал, кого-то. Так, ну что, тут у вас стелс-миссия. А вон же еще дверь вроде есть. Я оттуда пришел. Я сверху же. А не снизу. Или а, вот эта дверь? Ну, можешь в нее попробовать зайти. Ну, просто вот это, я не знаю, так куда ведет. Ну, попробуй зайди. Нет, ну... Это, походу, дальше ведет. Ну, это да. Ну, а та? А хрен его знает. Ну, загрузись, просто проверь. Жука секоиды снова, ха-ха, думал, все они кончились. Да, жука, жука на секоиды, мудакены снова. Поприветствуй Жановича. О, привет, Жанович, я не вижу из-за нового обновления скайпа. Где чатик, там меня не видно, иконки стоят. Короче, тут две зоны. А вот это место что-то я не помню. Тут мясо надо взять просто. Ты думаешь, это место сделано чисто ради мяса? Ну я думаю, что оно потом пригодится тебе, если ты сейчас его возьмешь. А, ну вот, да, сейчас возьму. Все. Удивительно, кстати, тот товарищ на меня подписался, прошел игру за 17 минут или даже за 16. Джипом, ты веришь в то, что эту игру можно пройти за 17 минут с небольшим? Я думаю, можно пройти. Если все делать крайне четко, но все на бегу. Не дохнуть при этом. Вот. Так, я уже смотрю, у нас понемножку народ набирается. Сейчас по закону подлости еще это. Game over будет, блин, там. Мясо дали, тут типа эту собачку надо отвлечь и бежать. А смысл? Ты же можешь мимо пройти. Ну да, могу. Вот, пожалуйста. Торопитесь, товарищ. Да, и самое смешное и подлое, что в первый раз все отлично было. Зашитым ртом, чтобы что-то кушать, сейфушка. Его можно либо расшить, либо, может, у некоторых млекопитающих или кого-то еще обед происходит
другим местом. Так, ну что у вас тут? Скоро будет любимый транспорт наш знакомый. Ну да. Заходите сюда. О, дрыхнет. О. Мне кажется, сейчас не допрыгнешь. Не допрыгну. Мне кажется, я наоборот перепрыгну. Ты прыгнешь на минус сейчас. Я даю просто 100% гарантию. Не, ну он издевается. Перданул еще вдобавок. Вот тут все-таки сохранение, насколько тут вот это сделано, что ты окей нажимаешь и заодно пердишь, блин. А ты другую кнопку мог нажать. Всегда по умолчанию крестик нажимается. Беги, глупец, беги! Все, отлично, поехали. Я тебя сейчас сохраню. Именно так, пердящая. Во! Давай, оторвись по полной. Экшон пошел. Да, экшончик. Экшон. Да-да-да, катком по всем, как профессор. Снова дрыхнут. О! Три рычага видны. Пригнись. Пригнись, тут еще никого нет. А, ну тот просто ушел. Подожди, а что сюда вообще дали возможность залезть для чего? Проход, проход тебе надо. Быстро, быстро, быстро. Хотя тут же вот, да. Те гады еще тревогу подняли, как я понял. Нет, это баг за звуком. Вот сейчас им перестреляешь тех. Бля. Вот как раз отключишь все рычаги. Слик больше не нужен. Ху-ху-ху, вот он хихикает. Это же дверь. Дальше. Тоже куда-то вот. Тут зайди, посмотри. Да, вот сейф, я тоже, когда в этой игре подобные сцены наблюдаю, мне просто самому не верится в это. А, это ты просто мог вот так сам пройти, допустим, без слига. Не мог, потому что двое ходили. Ну вообще просто, потому что вдруг, если бы убили бы, наверное, ну не знаю, короче, все сделал ты. Короче, я не знаю тогда, зачем сюда позволили пройти. Вообще без понятия, может секрет-то, да ни хрена. А, кстати, подойди, попробуй вот эту фигню. Просто так же не могли это сделать. Проверь левый проход. Нет, просто так, скорее всего. Я даже в резиденте, когда в комнату заходишь, предметов нет, в это не верю. Хотя там даже в туалете обойму тебе положили. Да, на самом деле, странновато сделали, почему-то разрабы так. И да, кстати говоря, насчет Front Mission 4, оказывается, нас ждет впереди последняя миссия финальная. А, ты уже гайд почитал? Нет, гайд я не почитал. Я просто глянул, набрал в интернете видео Front Mission 4, финал миссии. И мне выдало именно эту миссию, но я узнал просто территорию и сразу выключил, естественно, я же не буду смотреть. Гайд.
Ой, просто блин. Самому стало интересно, последняя это миссия или не последняя? Ну вот, сейф у тебя уже, видишь, это гайд читах, это заразно. Нет, нет, гайды я не читаю нисколько. Блин. Я в курсе научился. Да нет, это же не гайд, это просто там посмотр, как говорится, определенной части игры, сколько осталось. Вот гад же через локацию, который кидает свои бомбочки. Это нечестно. Ох, этот взрывной Карлсон снова появился. Нечестно то, что у него есть возможность кидать бомбочки через локацию. Это не гайд, это просто прохождение. Ты пошел еще дальше. Нет, просто на стриме говорю, типа, вот, финальная миссия, там, все дела. Но я просто для интереса ввел, там, финальная миссия, увидел картинку в моей территории, где остановился. Все, понял сразу, что это финальная. Сразу выключу. Ну, чтобы подтвердить для себя, что это финальная в этом смысле. Мне кажется, надо бегом прыгать. Успел прийти уже сразу. Бегом тут будет запарно, ибо хитро расставлено все. О, ну тут, в принципе, можно пройти, вон. Давай. На мин. Ай, блин. Нет, ты сможешь. Там просто пока патрулирует. Так, Карлсон, лети отсюда. Что удивительно, в первой части этих Карлсонов не было. Опа. А, Америка, Европа. Вот и... А, так вы все-таки еще не поменяли эмулятор. Господи. Господи, нисколько не говори этому любителю круассана французского. А вы, когда вас просили поменять эмулятор, чтобы играть с нормальной геометрией в Soul River, вы типа... Ой, блин, я вас умоляю, вот дошел отговор. Нормальной геометрии, блин, сравнил, блин. Вообще, просто мелочь, там, которую просто фиксит. Мелочь, совсем мелочь. Да, и, блин, сравнил, вырубаешь симулятор. Добавить геометрию для PlayStation — это совсем мелочь. Ах, булкин. Я, если ты сегодня не пройдешь эту игру, а я уверен, что ее не пройдешь, специально для тебя, не поленюсь, зайду, посмотрю эмулятор, скачаю и тебе скину. Твоя ленивая задница сразу. А почему ты решил, что я не пройду? За сегодня? Нет, не пройдешь. Почему ты так уверен? Потому что ты еще много проходил. А вдруг ну, я сейчас попросил? Как это... Давай гайд откроем, почитаем. А, ну да, если так, то, ну, все в ваших руках. Если гайд... Гайд по быстрому прохождению игры. Вы не отвлекайте, товарищ, а то сейчас как взорветесь, и потом будете... Давай, прыжок. Ах! Че его взорвал? Я вот не могу понять, почему эмулятор выключается. Что за фишка новая? Ну не знаю, может это вы придумали. А, взял там какой-то код, написал скрипт. А джипом все вспоминает. Пауэрбулку. А, я, кстати, помню свое прохождение этого мода в пауэрбулке. Так я в него, кстати, не сыграл. Ничего, все впереди, как говорит Саша. Ну, как я понял, вместо него... А, ну да, Крис, получается, там базовая модель была. Жок, что прыгнул? Конечно же, тут еще одно минное поле. И, конечно же, он через локацию кинул. А это будет трудно. Но я вас верю, товарищ. Это скорее не трудно будет сейчас.
Кейтса допрыгался. Мне кажется, надо его отманить куда-то в другую сторону. Кому кажется? Еще как на пролом побегу. Давай, как камикадзе. Да нет, здесь можно пройти. Можно. Конечно, можно. Если бы тут нельзя было пройти, разработчики этого бы не делали. Да. Нет, доходить нельзя же, по-моему, там эти красные эти шарики. Ай-яй-яй, товарищ, товарищ, что же вы творите? У меня же камень есть. А, да, точно, ты же можешь взорвать. Я сейчас про камни вспомнил. Подожди, это же мясо, не камни. Все равно взрывает, какая разница. Нет, нет, лучше береги, они пригодятся потом. Собачек чем будешь манить? Замечательно. Собачек мне хватит 5 штук, сейчас один потрачу на этого Карлсона, чтобы тут не париться до завтрашнего дня. Давай. Дай, дай, дай. В этот раз он в эту... Просто гениально. В прошлый раз он докинул до центра, в этот раз он сюда. Попробуй стоя кинуть, когда он так начнет подплывать там. Что ты творишь? Куда ты кидаешь-то? Не вниз надо кидать. Стоя это видел уже, куда он кидает. Нет, стоя это не скинул. Стоя, имею в виду, просто без он всяких... Он перекидывает низов. Стоя. Короче, понятно. Проще, по-моему, действительно перепрыгнуть все это, чем камешек этот долбанный кидать. Я о чем не говорю. С этим мудаком. А может и не проще? Да нет, проще, ты там чуть так разволновался что-то. А потом... Разволновался. Да, там можно пройти, можно. А вот джипом Командер Рута вспомнил, сейчас появится. Тут как бы можно запомнить просто пройти. А может его уже прикрыли. А я, как назло, не могу кидать через локацию эти камешки. А попробуй кинуть вперед. Кинул. А, нет, попал. Надо как-то так, я не знаю, ну пройти тут надо, просто перепрыгивая. Тут как бы не трудно, просто либо на скорость. Либо всё к чертям взорвать. И себя тоже, да? Давай, давай еще. Вот. Узи, как говорится. Зря про камешки вспомнил. Так я вот и говорю, как хочется такого вот так делать. Там подожди-ка, проверь внизу, по-моему. Я спит. Вижу, что внизу там можно проползти, но мне стало больше интересно проверка. Да, вот, кстати, секрет какая-то. Навряд ли это секрет. Охрен его знает, ну. Это не секрет. А теперь влево пойди-ка. Так. Ну, конечно. Ищем себе на жопу, как говорится, приключения. Ну тут как бы вся игра на жопу приключения.
Не, и уж кто-то вон этот, что на меня подписался, там за 17-18 минут игру проходит. Ну блин, мировой рекордсмен ты сравнил, блин, с обычным пользователем. Ну, обычный пользователь, мне кажется, если бы это... тоже не ходил куда попало, не исследовал. Он не человек. У него там вебка есть, на него можно посмотреть, поэтому как бы... Вас куда вы, товарищ? Товарищ, постойте пару секунд, посмотрите, оцените обстановку. В этой игре нельзя идти быстро куда-то. У вас главная проблема, что вы куда-то все время торопитесь. Человек, он кыбок. Ну, как депутат. Да, как ты думаешь? Кыборги, они такие. Не чувствуют игр. Может, вам тунгуску заказать? Тунгуску? А может, вам заказать ее? Да я как бы это... Не люблю начинать проекты такие сюжетные, типа, кто недавно прошел. Да. Или это там. Снова эти камни. Это мясо, короче, не камни. И чё мне? Вот это я всё ради мяса, что ли, сюда про это? Конечно, товарищ, мы жрать любим. Вот. Ага, у меня уже было, блин, ну вот... Гениально просто. Ну они, наверное, думали, что типа там не взял или не нашел, мало ли. Я вообще думал, что... Я сюда попёр ради секретки, псевдо-секретки, блин. В итоге, блин... Теперь жди, пока они пройдут, блин. Блин, как эти чертовы в скайпе эти иконки убрать? Сраные иконки мешают, блин, не могу увидеть в чате, что написано. Ты можешь открыть Good Game еще. Обновили, блин, скайп, честно говоря, вообще неудобно еще стало. Причем они принудительно, типа, не сможешь пользоваться. Ага. Чё-то это все подозрительно. А, ну понятно. Ничего удивительного. Да, это будет действительно подозрительно. Причем так набросились сразу. Так они дрыхнут. Ну типа откроешь это и все, и не будет дрыхнуть. Да, ты можешь мясо кинуть, в принципе. Беги. А, Вадим, хочешь наиграться, что ли, что тебя опять сажали? Во, нашел. Старый скайп, ну не знаю, работает ли он еще, но там сообщение уже стало писать, что типа если не обновите, то не сможете пользоваться им. Получить древнюю силу мудакинов, покуда по сильным узам законного баневерца служащих запрещено. Нарушители будут жестоко наказаны. С почтением, директор Флик. Даджибу, мобила интерфейс. Париться, я сделаю так, чтобы потом не пере это. Мудрое решение. Да.
Да, с его поворотливостью тут только вот так рычаги дернет. Без сейвов? Ну так этот спидранер же тогда будет, же помнишь? Я же типа как депутат говорит, я уж не стример, спидранер. Ну естественно, я же не спидранер, ё-моё. А здесь, кстати, где-то есть секрет, я помню. Но не здесь, вообще будет скоро секрет, я знаю, где есть. Ох, как будет забавно, если ты точно не вспомнишь, где он будет. Ох, вот это геморная зона была на самом деле для меня. Да у тебя тут много. Да нет, у меня тут как бы не было прям таких много, но вот это одна из самых геморных. Да, это мы уже тоже слышали. Но я имею в виду, тут-то это вообще другая уже, как бы, ответвление другое. О, Джипом, ты спрашивал про Commander Root'а? Вон он, уже здесь. Ты идиот, не допрыгивает здесь. Mexican Runner. Ну то... Тоже, наверное, из той оперы, что и... спидранил эту игру. Приветствуем тебя, Ирвин. Вон этот товарищ депутатович, поздоровайтесь с Ирвином Ханковичем, вашим старым, как говорится, а может и не старым зрителем. Так, старых не бывает, бывает верный, надежный зритель. Да, привет, надежный тебе. Зритель. Привет, черт возьми, да? Угу. Сейчас будет мне, черт возьми. Что тут вот за глупость, пока типа не потратишь, тебе новые не дадут. А это зря сейчас кину. Да-да-да, это. Прекрасно, понял, но тут от них и не избавишься, от этих чертовых двух камней, вот. Ой, товарищ, товарищ, что творится? Чем вы кидаете какие-то булыжники? Мясо ничем разбрасываетесь? Почему у вас сворачивается эмулятор? Почему у вас сегодня наперекосяк? Черт возьми! Я бы вас побрал, вы ленивая жопа. Не могли нормальный эмулятор-то? Так ваш же, ваш же. Ваш же, блин, уже на протяжении 6 стримов, ваш же, ваш же, блин. 6 вы считали? Ага, блин. Это заказ нашего депутата сэра Лара. Хорошо, что тут все быстро загружается. Еще какие-то проблемы у меня там на ютубе, блин, надо, блин, с видео разобраться, что не загружается. Проблемы на ютубе. Надеюсь, только у тебя больше ни у кого. Надеюсь, надеюсь. Так, сейчас посмотрим, где там. Конечно, конечно же он это под ящик должен попасться. Понятно. Ох, что-то тут зона такая, на вид геморройная. Получилось это ворваться на YouTube. Да, видео успешно опубликовано. И... А, я думал, у вас проблемы с просмотром моей трансляции. Вы там тайком видео публикуете.
Так у меня он давно уже опубликован, но что-то как-то... Какая-то ошибка, короче, была. Так, это вообще реально его отсюда вывести живым? Так, вот, все, опубликовал, сейчас я... Шая. Так это, можно и болт решить забить на этого дурака. Да, что-то у меня появляется очень большое желание оставить этого мудачка здесь. Ну, я бы не рекомендовал оставлять. Ну, если хотите. Причем с чистой совестью даже. Не с расстроенной, а печальной. О, даже так. Ну да, потому что он очень тупой. Да, очень большое желание появляется оставить его здесь. Джипом бы, наверное, тоже уже сказал, что стоит этого дурачка оставить здесь. Наверное, я думаю. О, какой счастливчик, а ведь это я уже собирался последнюю попытку в его спасении предпринять. Везунчик он. Я уж бросить его хотел. Идиот, что ли, совсем? Вы это видели? Я ничего не видел. Ну конечно, ты ни хрена не смотришь. Вообще молодец. Правильно у меня тут видео извалилось. А черт, описание пропало с видео. Ну а сюда мне нахрен. О, там еще труба есть. Обалдеть, насколько этот мудак... Это, наверное, из всех мудакенов, что я встречал, это, наверное, самый идиот.
Мне еще и не дадут подарок за 5 мудохенов. Потому что я сохранился, спася одного. А оно не запоминает. А я так и сделаю, джипом сейчас. А, это еще и секрет. На самом деле мне этот секрет нафиг. О-о-о, это тот еще секретище. Это я уверенностью могу сказать. Самый сложный секрет из всех, которые я видел. Клянусь. Да? Так это. Самый-самый. Тут время есть, как бы сделать. Так надо тогда его стороной лучше обойти. Смотрите, как бы вам, товарищ, вы можете решать. Но это был самый сложный секрет из всех, которые я, наверное, находил. Да, это вот про этот секрет я говорил тут, который должен быть. Еще тут, блин, будут эти. Понятно, то пропеллер накрывает. Даже не знаю, как-то мне стрёмно там сохраняться. А, хотя подожди, тут же выход. А ну-ка. О, отлично, значит можно сохраниться. Юху, это, блин. Дали йо-хо-хо сделать. Йо-хо-хо. А, блин, опять. Да что ж вы самоубийца не дадите? Да ёлки-палки, а. Вот когда надо, не убивается. Наконец. Так, ну, черт его побери, сейчас мы твой самый разрекламированный сложный секрет сохранюсь все-таки. Раз из него можно свалить, значит записаться можно. А это... Наверх, 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 просто лифт наверх. О. А это что за рубильник? Ну попробуй. А, понятно. Что-то мне не нравится этот звук. А, ты, наверное, отключил его, скорее всего. Не-не, тебе надо через верх. Просто иди как бы с ним. And now it's going hard. My friend told me it's a very hard secret. Most hard secret in this game. Да, товарищ? Yes, of course. Так, ну смотрим, что тут. О, я думал, тут все будут. Кажется, они все. О, этот, ну, товарищ говорит, что типа это не самый сложный. Ну, значит, мои воспоминания уже устарели, скорее всего. Ну, по детству это казалось трудным, по юношеству. Значит, самый сложный секрет, значит... Перед пустыней некром у некров, в общем. Ага, значит, эти дрели заработают, как только я мудакенов. А, вот оно что, я сейчас только вспомню. Так что тебе выгоднее лучше провести туда, поэтому мне оказалось трудно. Что выгоднее мне провести? Максимально дальше, скажем так. А хотя подожди, как ты его проведешь?
Нет, тут только уже если все. Вот так его спасти. Видишь, сейчас они одновременно. Нет. Тебя расхерачит. Ты отойди туда, пил к мудакону. Вот, вот здесь стой, и тебе нужно его спасти только тогда, когда все три пила одновременно пойдут наверх. Пробежать. А, ему надо даже пробежать. Да, ему. Он побежит автоматом. Со мной сейчас побежит. А, я же этих птичек спугну. Вот, отлично. Вот, и вот это была моя сложность. Но тут на самом деле не было ничего трудного. Вот сейчас я уже вижу, что не трудно. Просто было... вовремя пере... Ну да. В общем, проходи. Я посмотрю. А где же там вне кроме типа самый сложный секрет? Не знаю. А, ну в общем тут еще надо в конце остановиться и потом пролететь. Вот так вот. Мастер, просто мастер. Я еще спас заодно мудакончика бедного. Чертов мудакончик. Тут тебе, короче, нужно 5 собрать. Да я уже одного профукал, так что... Ну, профукал, в смысле, спас, а... Ай-яй-яй-яй-яй. Так что... Кстати, а не, он убьется. Я вижу, там еще, по-моему, прыгнуть вдаль можно. Не, нельзя туда прыгнуть. Ну, убить. Надо проверить. Yes, it's my first walk in this game. Так. Сидя советую их кидать. Чуть ближе, ближе надо. Любимый эмулятор. Ой, Богу, меня уже даже начинает раздражать этот эмулятор. Не знаю, как вы это терпите. Он говорит, Soulstorm... Говорит, гораздо интереснее будет. Soulstorm? Да. Я не помню, это часть такую. Не помнишь, странно, их же не одна. Да их много частей сейчас уже стало. А, Бубок из Волплей. Вот товарищ Курташвили бы удивился, увидев данную игру у себя на столе заказов. Ну не эту, а другую часть. Ты можешь удивить его. А, ты мне эту эстафету дай. Да. Ну или я могу удивить его. Далеко. А смысла нет, когда тебе, по-моему, мин там пока что. Вообще, одну взорвать... Все равно потом же этих спасать. Потом же спасать мудачков. Сюда. Ну, не буду ничего гаять, в общем, смотри сам. Если не буду, если так говоришь, потом же лифтом их туда надо будет. В общем, думайте, товарищ. Вон лифт, что, не видишь, что ли? Вижу, конечно. Так. А у нас... А что это там такое сверху? Что-то подозрительное там. Thank you.
Так. Что же это там так? Ты можешь ящик захватить? Это ящик? Да. А что это потом, что это слик? Да мало ли. Ах, товарищ, всего уже там не боится. От... Ах, блин. Подскользнулся опять. Именно. Да чего домыли эти мудаконы полы, что сам мудакон скользит. Так. Два мудачка есть. И, собственно, минное поле, которое ты мне говорил, типа, не трогай, оно... О, теперь ты сможешь вниз спуститься. А, ну вот и 5 мудаконов получается. Два теперь. Есть и 3 там, да? Да. Все, все отлично. Сейчас тебе главное их в кучу собрать. И все. Еще нужно ровно 5, чтобы ушли. Ну отлично. Значит, разработчики не такие садисты. Нет, конечно. Хотя я бы не сказал. Детям, да? Данную игру. Да какой детям? Я тебя умоляю, я в детстве проходил, естественно, я охреневал в сложности. Ну там направо нельзя ли пройти? Нет, нет, нельзя. Все, мудачки, стойте здесь. Да, тем же путем теперь наверх. Да, блин. Ну я же говорю, это самое геморное место было для меня. А вы еще ха-ха-ха-ха будете делать. Да елки. Миленько они над тобой смеются. Ах вы... И туда не за это. Ну, ты сейчас должен пробежать, по-моему, быстро. А, там же труба какая-то была, или что? Я ошибаюсь. Да, ты ошибаешься. Во, видишь, Шумахер. Да елки, пап. Куда ж тебя тянет-то вниз, е-мое. Удал. Ах, вот. Рычаг нажми. Козла, да три стоят. Теперь тебе надо тех сверху спустить, получается, на лифте. И пойти вот через ящик. Через мины. Нет, через ящик и мины. А мины что, глянь, можно же спустить на мины. Разве лифт спускается ниже? Я, кстати, не пробовал. Нет, нет, он не спускается. Да глупо, нет, там... А зачем ты там-то вообще это сделали? Я не знаю, зачем. Так, типа, на дурака? Да. Чтоб запутать, наверное. Тебя запутали в свое время? Ну, блин, эта игра еще как меня запутала в свое время. Понятно, откуда у тебя так мозги профессорские это натренировали. О, думаю, а вы как думаете, товарищ? Элитные войска. Рыбку не запутай, да, я тоже так думаю, что рыбку еще попробуй запутай. Ты джипом, а точнее сейф, ты вспомни, как он это, в Диаболе, какой интересный билд за персонажа делал. А, кстати, да, как там было тогда в Диаболе, что это творил? Я аж восхищался кто-то, помню. Да, ты там за это, за лучницу с мечом бегал, и щитом. Типа сказали, ну ты хардкорщик. Блин. Видишь, какой челлендж провел. Да. Сам того не подозревая. Нет, этот ящик сейчас полетит вниз. Нет, 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 не должен. Вот я бы тебя сейчас проклинал, если бы он полетел. Если ты меня проклинал, я бы уже вышел со скайпа. Нельзя выйти со скайпа, не услышав проклинания. Да. Ну, я послушаю тебя, ты милый голосок. Так. Так, ну что, вниз, все, теперь спасай их всех. Эх. Получай магическую силу. Все, береги эту силу. Сохрани сначала. Сейчас применим сразу ее.
Так. Тихо. Вот это вот, направо там нет прохода? Нет, нет. Поверь, нет. Ты уж проверял, да? Да, ну да, я проверил, а нет прохода. И здесь снизу секрета уже не будет. Все, больше нет. А ты можешь оттуда попробовать залезть? Отсюда, что ли? Ну, оттуда, вон там, видишь, там сверху. В общем, как тебе удобно. Даджи помнишь. Это точно. Чертов ящик, а? Да не упадет он, не переживай. На рычаг только нажми сейчас. Еще раз. Вот. Так. Вот эти мины снизу прям гениально расставлены. Так, ну тебе сейчас, по идее, надо взорвать эти мины. Вот эти впереди. Применяй силу. А, ты можешь камни, кстати, применить. О, камни. Попробуй кинуть камень. Еще сохранись, кинь камень и сохрани себе силу, вдруг проканает. Давай скинь еще один. О! О, а теперь просто на один шаг пойди вниз и перепрыгни. Вот. О, и силу сохранил. Только у меня ее сейчас заберу. А вон, вон, смотри, вон даже камушек остался. Можешь ну взять. Ну и что мне один даст? А вон же мина там какая-то, вдруг надо будет. Прям вот одиночная мина. А, смотри, здесь по-любому придется завязать тебе эту силу. Ну, примени, он хоть взорвет эту мину. А я камень могу отсюда кинуть, попробовать же. Нет, 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 ты не понимаешь, не кидай, не кидай. Ты сейчас потратишься по-любому, потому что тебе надо призыв сделать. А этот призыв, он как бы и силу активирует. Вот что тупо. А, ну да, что точно. Да, хотя там что-то... дверь вон есть. Интересно, если я выйду, сила останется? Вот это я не знаю. Надо было попробовать. О, замечательно. Надо было попробовать это... А мне кажется, нам не осталось. Там они убирают же, ты замечал. Да, предметы иногда забирают. Это как-то нечестно со стороны разработчиков так делать. Ты сам подумай, допустим, ты сохранил, там прошел уже какой-то отрезок. Тут как бы система игры туда будет. Ну да, я смогу изи пройти там какое-нибудь место, но оно того стоит, и это не всегда же дают. В принципе, да. Разработчики не дураки, они любят помочь своих игроков. Как и заказчики. Ага. Как и заказчики. Снизу секрета, наверное, нет. Вот не знаю. Хотя, глянь. А, не, раз он... И нет. Ну кто-то, вот жаль, никто гуфы не считает. Можно было бы донат потребовать, сказать. Количество гуфов. Донат. Боюсь, я бы обанкротился просто. Тебе. Тысячу. Да ладно, сейфушка, это ж ты придумал этот тренд. Это ж ты придумал этот тренд. Не я или кто-то, а именно ты. Ты этот тренд ведешь. Идет производство костей. Я узнал, что некоторые нарушители не верят, что броневерх сможет быть выключен, если повернуть 5 главных клапанов. Вздор, это грязная ложь. Тот, кто повернет эти клапаны, в тот же момент уменьшится. Тебе подсказка.
Курт, Курт. По Майнкрафту стрим от кого? От депутата? Нет, от меня такой игры не ждут. Серьезно? Нет, серьезно. Ты вроде потому как... Что... Че, под ну-ка. Потому что моя... Ну, это, блин, я не могу в это играть. Ну ты говорил вроде всеядный, а чё, уже нет что ли, или чё, чё, чё я не понял? Не всеядный, так, такую игру я не могу играть. Какие-то новые, ну, новые фишки мы о тебе узнаем, вроде это, раньше ты говорил, в любой игре готов дать шанс. Ну Майнкрафт точно не моё. Вот сейф говорит Курт, иди тренируйся. Как тренировки проходят? Видишь, как ты, он с нами тренируется, что вместе с расскажи, Курт, как это успехи? Куртович, расскажи, поделись. Как там твои успехи в тренировочке? Какую-нибудь фишечку придумал, что-нибудь сделал? Тактику какую-нибудь или там, может, фичу какую-нибудь? Завтра он покажет нам все свои фичи, да, Курт? Да, ты задашь жару. Я, наверное, сегодня буду, скорее всего, новый смайлик рисовать уже. Вот это дело. Касательно рыбки. Ребят, хочу сразу сказать, что у нас как раз-таки, у меня вот новая рубрика появится. Ну, не рубрика, как сказать. Рубрика. Рубрика, блин, сказал тоже. Появится, короче говоря, новый смайлик, я их буду рисовать. И будет папка в группе ВК у меня. Если кому-то надо, короче говоря, во время стрима, там, берете из ВК просто группу и кидайте ссылку этой картинки. Чат, и будет вам смайлик. Вот, Курт говорит, пока изучает стрим одного спидранера. Лайни, типа, а что за спидранер, если не секрет? Может, мы его знаем, этого умельца. Да, так что джипончик ожидайте. Сегодня попробуем за ним первый сделать смайлик. Завтра, наверное, уже он будет готов. Глянь, кого я вижу. Посоветовали Инсейна ББ, а это кто посоветовал? Опа! Вот, пока я перезагружаюсь, Курт нам откроет секрет, кто посоветовал Инсейна ББ. Рыбка карась или голден рыбка или думающая рыбка. Все будет понемножку. Пока что обычная рыбка, которая... Ну, буду держать секрет, что это рыбка будет изображать. Держу секрет, в общем. Да, что рыбка будет изображать, но будет неплохой смайл. Ну это как не спам, это картинка с ним, мы поняли. Я знаю Инсейна ББ. Он и по Outbreak'у делал прохождение на Very Hard кошмарной сложности без единого получения урона. Японец. А, еще этот Инсейн ББ. Он вроде, кстати, я не знаю, японец или нет, кто он там по национальности. Я видел, что... Именно, по-моему, от него есть видео прохождение второго резидента с одним ножом, убивая абсолютно всех и без получения без единички урона получения. Вот прохождение с ножом, убийство всех и без единого урона. А, Буба, а ты захотел же пройти, да, получается? Тут тоже так же бросить вызов. Нет, без урона с ножом я не маньяк. Нет, ну, конечно, я понимаю, да, ты хотя бы с ножом бы пройти. С той самой конфы. А чё, там есть этот легендарный, ну как легендарный, довольно-таки крутой игрок в той конфе есть, Куртович. А я не обратил чё-то внимания. Чё-то на вид называется «Кидай мясо и иди дальше». Ну не рискуй, не рискуй. Потерпи, пройди. Я просто смотрю по этим. Миллиметраж. А может, Куртович, это... Если давай, это, давай, один шаг делай. Если это россиянин, вот, то это просто, типа, спидранер по резидентам и не таким играм подобным. Так, прыжок. Подожди, надо сахара. Хотя, блин, стоит или не стоит? Стоит, стоит, стоит. Фу. Еще
гудит, блин. Халло, Бу, халло. Привет, Бу, привет, привет всем, ребята. Бугашвили, как говорится. Так, а мне вот интересно, для чего тут, типа, я могу вот так пойти, а могу как дурачок снизу? Потом все узнаешь. А, ну да, да, как же без этого, без сюрпризов. Я уже люблю сюрпризы. Я уже все эти... О, там что-то новенькое. Крути баран. Крутый ты барабан. А, ну все, ты отключил. Нет, нет, достаточно. Да я уже сама... просто стою из принципа. О. А что это колечко делало? Открыл дверь тебе. Не, без него типа я покрутил, но в ней сработало ни хрена, да? Да нет. Нет, это дверь открыл просто. Сейчас пойдем на уровень 2. Вот такие вот сейчас испытания будут. Изи шмири. Я бы не радовался. Чем дальше, тем труднее. О. Чё, блин. А, вот все отлично. Баба. Баба. Смотри, сам только не бабахнет где-нибудь. А то как бабахает, блин. Фу, блин. Мазё, блин. Вот. Так нам кидать. Бабах. А эти падлы ни хрена уже не бабах, получается. Их можно перепрыгнуть. Вот. Понял. Хит... Ну, ты говорил, хит просто 3, мастер, блин. Мастер. А Бу, вот Бу тоже не любит эту игру, я смотрю. Ну, осталось уже немного, ребят, так что не переживайте. Бу не нравится мудакон. В принципе, большую часть игры ты уже прошел. Говорит, чертова удачи ее. А кто ее любит? Депутат. Все, камешки закончились. А что-то лень идти за теми камешками. А, из-за тебя хрен достану. Джипом, а почему ты это по чатикам летаешь? Сэр Лара, вам не хотелось бы как-нибудь это, если будет возможность, посмотреть вживую стрим от того безумного, получается, испанца, прошедшего эту игру за 17 минут? Вживую, как он это делает? Я бы хотел посмотреть, конечно. Профи. Все, все, у тебя есть там, что можете дальше. Ты знаешь, что вот... В этой игре даже жадность, не дают себя почувствовать жадным. Хм. Наверное, у тебя интернет может прыгать, хрен его знаешь. Пу-пу-пу-пу-пу. Отлично. Что вот потом бегать тут, это депутат, скажите сразу, бегать тут потом не придется. Я не помню. Не иначе помню. Я взорву эти мины сейчас все. А то будет мне потом. Нет, не придется походу. А чё это? Мне не жалко. А, понятно. Понятно. О! Чё, взорвал всё-таки там. Ага. Подожди. Мастер-взрывник. Пирокарбус взрывает. Как тебе? Ну, мастер, мастер. А, замечательно. А, вот, отлично. Баба! Бадабум! Баба! Баба! Я смотрю, любитель повзрывать. Кто в детстве петарды не любил взрывать? А еще, кстати, был такой-то, типа, входил слух, если там взорвешь петарду такую серьезную в руке, у тебя типа руку разнесет. Вот. У меня в руке взрывался корсар, блин, второй, первый, и...
как это... Теперь у вас клешни, мистер Рук? Не, не клешни, просто они как эти хлопушки, по сути. Ну, у меня тоже взрывались петарды в пальцах. Как хлопушки первый, вот ты нулевой. Да. Я не знаю, конечно, если там какую-нибудь черную смерть взорвать, что будет, но вот эти, по крайней мере, точно как хлопушки. Ну, ты имеешь, ну, маленькие вот эти, что ли? Ну, первые и нулевые. Ну, если черную смерть взорвать, то, конечно, там ты, может, отфигачишь один палец. А может, и не один. Вот мой отец взрывал петарду в детстве, там, и ему палец большой оторвало. Что ж он там за петарду взрывал? Не знаю. Наверное, там двойная черная смерть. Хрен узнает. Это давно было, это, блин, в 80-х годах. Да может вообще какая-нибудь самодельная? Может быть, черт его знает. Твой отец прям этот. Пиротехник, блин. Да. Ну. Мы же все такие. Блин, были. Тут что еще? Так, блин, сделано. Ой, как неудобно, а? Нет, нет, подожди, ты можешь отойти сюда назад, допустим. Ну да, вот да, и плюс у меня еще одна все-таки есть, так что. Вот, ожог это просто уже по сути от того, что когда она загорается, там идет как бы приличный этот от нее. Ну есть, кстати, видео в интернете, прожих. Я не знаю, не в интернете, короче, видео, одно видео, как один парень взрывал, поставил петарду, хотел взорвать петарду, но там пауки разнесло. Ну ты же знаешь, могут быть и фейки. Ну, нет, там не назвать, не сказать, что это фейк, прям, ну, такая реально съемка, нормальное качество было. Видно, как рука у него там прям, ну, сама кисть просто как, в общем-то, разорвалась. И что он взрывал? А хрен узнает, это такая большая была петарда, что ли. О, я уже покинул чат твой. И присоединился. Да, или покидать и присоединяться. А это ГГ, кстати, это даже, может, не ваш интернет, а ГГ. Да ГГ это, блин, вечно, это, блин, я не знаю. Весь баганутый сайт какой-то, я не знаю. Развитие нам не интересно, нам интересно бабло. Да. Такая вот политика. Давай, Курташвили, хороших тебе тренировочек. Давай, Курт, тебе спокойной ночки и хороших тренировочек. Будь, как говорится, здоров, товарищ. Завтра я буду тебе сакасить, Курт, сразу скажу. Так что готовься. Завтра тебя буду в гостях в скайпе на стриме. Я вам так скажу. Вот эти вот там... Даже если вот брать чьи-то обучающие видео спидранерские... Вот. У Курта духовные тренировки, я бы сказал. Да. Вот, что я хотел сказать. Я что, не сохранялся? Какие у него тренировочки? У него это такие игровые тренировочки. Да. Смотрит там технику, как сражаться лучше с Немезидой. Да, ты же у него будет этот мега супер пупер экшон выживал сувайвер хоррор будет просто нереально. В общем, что хотел сказать от себя. Я, конечно, не пробовал тучу раз. Да, вот это Джипом правильно говорит. Я, в общем, не пробовал тучу раз спидранить. Вот. Сценарий есть в Outbreak'е метро. Вот. Я захотел побить там мировой рекорд. И скажу вам, что сделать это, да, метро, underbelly, если по-английски как называется. Так вот, и скажу вам, что сделать это не так уж и просто. Давай, что творить? Как, что сейчас собаки, хрен там. И мясо давай жрать. Сделать это все не так просто. И
5 там или 10 попыток будет недостаточно. И что кажется простым со стороны, ты должен будешь, наверное, раз 100, а то и больше повторить, и только под... Я скажу так просто, вот то, что если сделать, то надо тогда знать игру хорошо и знать... Так мало знать, еще плюс ты должен будешь наработать это там не один раз. Вот я о чем и говорю. Так вот, Джипом, это я говорю про одиночный режим, не как бы в коопе. И скажу, что сделать это не так просто, как кажется. Вроде все там просто кажется, а решает каждая там буквально почти что секунда. Прыжок. Сказал прыжок. Да вдруг этот инвалид не допрыгнет. Так он должен был допрыгнуть. Ай, товарищ. Вот, и поэтому как бы я вот только недавно это обратил внимание. Так, сейчас звоночки, да, говорю мысль. Ну, я договорю за Бубу, коротко и ясно. Надо много трениться, знать игру от А до Я, знать систему игры, знать, как враги действуют и все в таком духе. Вот и все, как бы. А парочку видосов посмотрев, это как бы особо не поможет. Не факт, что запомнишь там все и все в таком духе. Вот вся и мысль. Так, вот, моя мысль такова. Я уже тебе сказал. Да, я недавно это обратил внимание, и мне было интересно оформление глянуть под спидран этих таймеров, вот это вот, как все выглядит. Вот. И, собственно... Вот, блин, надо было кидать сразу. И, собственно... Мне в глаза бросилась одна вещь. Вот, допустим, есть этот стример Вускейк. Да, Дипломчик, ты прав, конечно. Я тоже играю лет 15-20, уже даже 20 лет с чем-то. Потому что еще в далеком 90, наверное, 7-м и 6-м, 8-м, по-моему. Да выше, это первая часть, еще тогда пытался играть в нем. Так что далеко не, тоже не все прям идеально делаю, но... В принципе, как бы. Ну, мы играли ради удовольствия, а не ради там каких-то этих спидранских финких рюшек. Такие вот дела. Товарищ Буба, вы где? Вас не слышно. Товарища Булкина куда-то засосало. Прилип куда-то. Прилип, нет, не прилип. На самом деле. На самом деле звонок. Вот, ничего удивительного. Я ж не буду бла-бла-бла и буду говорить по телефону, а вы думаете, что я с вами говорю. Короче, мысль. Я обратил внимание, что вот есть Вускейк такой стример, спидранит Резик 3. Вот. И что я обратил внимание? У него на табле там же показано все. Ага. Вот он уже спидранил, и то это, может, не точная инфа, может, он же там что-то менял. Короче, 6800 раз он пробовал, вот там, рестартовал, вообще, в общем, пробовал спидранить третий резидент. 6800 раз, и то это, как бы, может быть, не точная цифра, потому что он мог там настройки поменять, обновить программу или еще что-то. Но вот, есть цифра сейчас, вот на тот момент 6800 раз. И при этом он умудряется как бы там немало ошибок делать. Да я видел, блин. Но опять-таки не забываем, что он хочет мировой рекорд побить. Ну да, но все равно ошибки-то иногда бывают и банальные. Вот я про что. А он уже не 6 даже, наверное, 1800 раз, а еще, наверное, больше проходил. Угу. Вот я к чему говорю, что за один вечер ты супер рекорд какой-то или что-то такое не сделаешь-то. Ну тоже верно. И опять же, ну, одно дело, я не знаю, как Курт там тренируется, смотрит, что-то себе там подмечает, но он же не спидранить собрался, блин.
Ну, он хочет технику, просто быструю технику. Но опять-таки, это не сработает. Это не сработает. Это другая игра, это не про спидран. Это про выживание и экономия ресурсов. Ну да, тут даже это условия дороги. Это ты вот сейчас верно подойдешь, но по сути... Чем она от спидрана отличается? Тем, что гранатомет, чтобы получить, нужно кое-что сделать. А в обычной игре вот как бы берут сразу. Так, рекомендую сохраниться вам сейчас. Не зря я медленно шел. Так-то спидранеры заядлые, они любой мод сделают как надо. Да. Тря, кто там, собачка спит небось, да? Да, прыгай. А там же таймер идет, или? Прыгай! Ну ладно. А то сейчас тебя прибьет там чем-нибудь. Опа. Беги! Ах вы козлы! Козлы! А, хотел меня, да, лупусить? Ах ты... Дробовик-то там джипом можно получить халявно. О, офис. Вот, уже близко к офису. Второго этого. И, короче, надо, знаешь, как встать? Там, где между последними пилами. А джипом, я бы не сказал, что магнум это необходимость. Там, скорее, гранатомет больше будет полезен, чем магнум. Ну, знаешь, магнум по точности попадает, а гранатомет может промахнуться в неймс. Я про то, что на гранатомет можно сделать какие хочешь гранаты, там, порох. По мощности магнум не уступает гранатомет. Смотря против кого. Кино сейчас нам покажут, как это. Не знаю, там всегда магнум, по-моему, чуть получше всегда был гранатомету. Смотря это... против кого. Ну да, тоже по-разному всегда. И, кстати, не метазадово, а гранатомет лучше. В плане, если снаряды правильно сделаны. Банерк закрыт, розыск, враг номер один, стреляй без предупреждения. Блин. А, хотя... Беги, просто да, беги. Да. Я заранее подготавливаюсь. А... Все ясно, тут принято. В этой игре лучше надо просто ползком бежать. Кстати, ползком он даже иногда кажется быстрее, будто бегает. Ну да. О, тут за прыжок еще надо было нажать успеть. Причем тут это... Фон не успел прогрузиться, а он уже пробежал полпути. Здесь, по-моему, даже если я не видел, не мог бы. Вас жрут и жрут все-таки.
жестко. А нет, же, по-моему, там не получится захватить, там этот хрен. Вот это хрен сверху. Че-то вы там уже поспешили куда-то. Ворож был, вас не слышно. Товарищ Булкин, значит, сосал куда-то в трубу, его не слышно теперь. О, вот вы наконец-то дошли. Нет, не сохраняться. Видишь, разработчики не такие садисты. Да нет, он тут и появляется как раз, что тут сидится. Если кто там это удивляется с того, что меня не слышно. Да ты, по-моему, concentration maximation сделал. Да даже дело не в concentration. Сохранится, что ли, здесь? Да, сохранись. Дело даже не в concentration. Я еще попутно разговором был отвлечен, поэтому я ты, и разговаривал. Ты вообще машина, еще ты и проходил. Блин, я говорю maximation, concentration. Куда этот? Тот что, особенный? Нет, ты только одного можешь брать. Да прям. Или двоих. Нет, одного. Твои любимые замки. О, вот это самое сложное, кстати, место было. В плане замка или ха, в плане... Нет, не в плане замка, именно в плане управления им, отстреливания, ну короче... Чё, эта собачка такая... его сожрет, короче. Да, тут короче, вот это самый сложный был участок из всех вот этих, которые есть, ну вот этих, как это называется, этих глав... Глав боссов, короче. Давайте. Короче, сейчас у тебя будет знатно подгорать, скажем так. А может и не факт, но меня уже начинает раздражать, что он не хочет идти за мной, наконец-то. Меня больше подгорать, думаю, будет от аудио из этого... Матрас с головой. Сейчас тебе надо сразу стрелять, тут собачки тебя сразу чуют. Так, рекомендую сохраняться после таких небольших отрезков, потому что потом ты не выдержишь этого больше. Снова товарищ Букин прыгает по телефону. Все, сейчас будет самое геморройное. Собачку было убить довольно просто. А, это сейчас просто. Дальше будет убого. Решил рандомом? Конечно, как и в прошлые разы, блин. Ха-ха-ха.
Ужас. О! Вот так только сделать. Это почти что как медвежатником, будучи сейф взламывать, слушать щелчки и так чик-чик-чик. Ужас. Главное, запоминай команду. Какой запоминай, о чем ты вообще говоришь? Какой запоминай команду? Кнопку-то запомни, кнопку, хоть как, при которой ты катапультировался или, короче, депортировался. В смысле, там аудио, этот, звонок надо было догадать. Я рандомно все клацал. Ну я и говорю, какая кнопка сейчас вышла, ее запомни просто на будущее. Ты мне тут будешь... говоришь, блин. О, вот это самый жопец начинается. Все, вот здесь сохранился ты же сейчас. Я даже еще раз сохранюсь, сохрани, потому сохрани. Что мне не хочется по новой аудиозвонок этот взламывать. Да вообще, мне, по-моему, тут зрители должны это в чатике там смайл, там, не знаю, маэстро ставить, как я с такой локализацией взломал рандомно. Хочешь смайликов? Что ты будет смайлики? Что там это застрял, во, отлично. А ты Джипом, кстати, это правильно, видишь, это Джипом, у него был соблазн начать проходить эту игру, но вот после моих стримов у него соблазн пропал. Ну видишь, не зря я спас хоть одного человека от этой игры. Ну поверь. Ужасно учите другого. Да, ты подал идею либо себе, либо кому-то еще заказать другому стримеру другую часть этой игры. Да, кстати. Но другая часть, она попроще немножко, по-моему, если не ошибаюсь. Или может даже сложнее. Ха, да, живого просмотра хватит. Я даже не знаю, что здесь сложнее. Взлом аудиозвонков за этого генерала или... секретики какие-то там. Ну, в оригинале без вот этих переводов это вообще изи делается, на самом деле. Также интереснее. Ну да. Я просто без перевода проходил этих диалогов команд. У меня все сразу получалось. Отлично. Меня поражает, блин. Рубили. Нет, ты должен на него повернуться, чтобы его позвать. Во-во-во, нормально. Все, дружище. Теперь будет это, наверное, самое долгое и трудное место, наверное, для тебя. Но я буду в тебя верить, весь чат тоже. О, давай, анимуша, приветствую.
У меня такое ощущение, что Буба, по-моему, не по телефону сейчас говорит, а специально выключает микрофон, ибо он сейчас жутко матерится от того, что не может пройти это место. Вот у меня такое впечатление все сложилось. Жутко жует. А, весь секрет в круассанах. Ну, в них вся сила просто, поэтому, наверное. Ладно, я буду комментировать действия нашего будущего. Буба пытается совладать с управлением, пытается призвать Слига, чтобы кто-то открыл замок, но никак не выходит. Когда ты пройдешь какой-нибудь миссион, я пир устрою. Ну, анимуша, осталась одна миссия финальная на завтра, и все, завтра уже пройду. Так что можешь пир завтра же вечером устроить. Сифрон пишет, там их штук 10, вот-вот-вот. Да, эта игра бесконечная, она. Она как вселенная, большая и огромная. Анимуша, еще пятая часть есть. Yeah. Еще доп. Миссик третья есть. Yeah. Еще есть в конце концов первая, вторая, и даже до первой и второй есть игра для Сеги. Там она такая экшоновая. Ну и плюс еще есть фронт мишн, не пошаговая, а экшоновый. Так что. О! Вот так. Третья часть там же еще фиг знает сколько. Третья знает. Третья часть, сколько там было осталось этих доп. Миссий? Ну, штук 50 еще, наверное. Штук 50, да, еще? Или больше? Так. Сохранимся. Советую не выходить. Так там едет сверло вон сверху. Так блядь. Они этот... Их убить надо и всех до конца, потом отходить от. Чё это ещё сюда загружает, блин, игра? Ну типа ты не справился, вот тебе гуфу. Сразу гейм овер бы писала. Нет, они же садисты любят, что ты увидел, как твой персонаж уничтожает полностью. И что самое интересное, нападают на этого, а не на этих. А эти стоят как дурачки и не могут открыть огонь. Ой, по-моему, это вообще там как раз таки все дурачки. Одни стрелять не умеют, другие взрывать не умеют. Давай, блин. Короче, здесь надо на скорость. Вообще ну, гениально. Команды. Ну, основные команды, знаешь, типа, давай, типа, работай, как бы. Он сразу вниз. Мне больше это... Хочется сейчас как перестрелять собак, сохраниться. Нет, это не стоит делать. А, не стоит это делать? Поверь, это не стоит. Вот как ты пройдешь этот участок, то тогда сохраняйся. В общем, анимуша тебя еще ждет длинная Санта-Барбара. Да нет, пятую часть никто не заказывал особо. Ну, до поры до времени. Глядишь, кто-то сейчас закажет после этой. Ну, в любом случае, кто-то закажет, она уже потом в дальнюю что-то идет. Ну а что, анимуша, помимо фронт мишн, у меня как бы слинки тоже сейчас стримится, так что... Не один да и в принципе... Фронт мишн это не такое, как вы его описываете, чтобы прямо от него там выворачивало. Ну да. Есть игры по-настоящему гораздо более мерзкие, ужасные и так далее. Как, например, сейчас? С
все, давай, давай, работай. Не, тому говори, повернись туда, повернись туда, так, туда. Я ж этот... Бу знает толк. Так а не муж я не смотрел 50 стримов подряд, в том-то и дело. Потому что я одного толком стрима не смотрел. Вот в чем дело, Джипон. Есть зрители, которые смотрели там 50 стримов. А есть, которые одного толком не смотрели. Давай. Все, теперь повесь на него и говори давай. Вот. А я думал, тут наверх поедет. Нет, нет. Все, 10 теперь сохраняется. Тебе одного этого следа хватит. Главное правильно его использовать. Я не знаю, голова, по-моему, может взорваться, если смотреть Doom 2 передачу по ТНТ. Вот от этого может голова и взорвется. Но от Front Mission, по-моему, она никак не взорвется. Да надо играть самому просто. Это такая игра, которую надо играть самому. Да, на стримах, конечно, не каждый будет смотреть такую игру, но, блин. Как бы можно просто посмотреть какой-то этап там битвы. Не обязательно всю прям битву смотреть. Я уверен, многие будут щелкать там прям весь процесс медицины. А, во, шикарно, собачек призывай. Ну, здесь то же самое, система, как ты видишь. Так, понятно. О. А, ну ты вот можешь призвать, так что вообще можешь не париться. Сколько стримов по Ханочке или Друночке? А сколько столько стримов? Они не длинные эти игры были, Друночка и Ханочка. Говорю, кто бы не говорил, но Crash Bandicoot проще этой игры. Ну да, в принципе, я согласен. Есть немножко проще, конечно. И пройти его там за пару часиков и там особо не помирая, это вообще очень даже реально. Нет, бургуго. Анимуша, ты сейчас это сравнил несравняемое в принципе. Как можно сравнивать Crash Bandicoot с Front Mission? Это вообще разные. Да, это все равно, что сравнить Crash Bandicoot с Resident, ибо Resident все вы знаете, Анимуша в том числе. Вот это примерно то же самое, что сравнить Crash Bandicoot и Front Mission, и как и Crash Bandicoot с Resident. Это вот серьезно. Ну это, блин, сравнить, я не знаю. Ну я же говорю, Crash Bandicoot и Resident. Примерно давай то же самое. Сравнить муху, допустим, и сравнить жука. Ну, это да, любая игра по сравнению с Front Mission шедевр, это тоже наиглупейшее утверждение, потому что найдется просто тьма мусора, шлака и прочего. И это тоже наиглупейшее утверждение, что я слышал, что любая игра шедевр по сравнению с Front Mission. Ну это же просто Анимуша проявляет свою негативность к Front Mission, поэтому. Ну надо серьезность проявлять тоже. Ну это да, конечно, блин, ну. Короче, нельзя сравнивать несравнимое. Ну да, сравнить самолет и подушку, как бы. На подушке можно спать, да, на самолете можно летать. Вот вся суть. Размеры у них разные, да и вообще. Да, возможности разные, как бы. Вот это тоже, Анимуша, ты сейчас говоришь бред, что сложнее найти игру, типа... Говнёвый Front Mission, это тоже звучит глупо. Я, ну, тебе могу сейчас, блин, за минуту-две буквально найти игру, там, шлак какой-нибудь. Как можно сравнить, допустим, то, что, ну, типа, найти сложно, сложно найти игру. Да. Ну, как найти, блин. Если поиграть в Front Mission, она очень отличная игра. Просто, вот, допустим, не будем брать третью часть для тебя, Миша. Будем, как ты говоришь, с хорошей графикой четвертую часть брать. Она довольно интересная, продуманная система, все довольно занятно.
да, долгая, чуть затянутая там битва про вот это. Но как бы это стратегия, это RPG-стратегия, в принципе. А то как бы она и была рассчитана. Как типа шахматы играешь, только в стиле робота. Вот. С продумыванием системы и всем таким прочим. Да, еще немуж говорил, что он фанат Биониклов. Это елки. Второй мне был не нужен. Они из-за этого стреляют вот так. Просто как бы нельзя говорить на игру, допустим, клеймо ставить, вот оно гэг, потому что, видите, она такая, как там из своих предпочтений. Ну вы же на Майнкрафт клеймо ставите или нет? Ну, Майнкрафт, я говорю, что она неплохая игра. Я просто говорю, что это не мое. Вот, все. Я не могу. Красиво сказали. Ну а что, нет, что ли? Ну это не мое. Я не могу играть в Майнкрафт, потому что мне игра как бы не нравится не потому, что она там убогая, потому что это не мой стиль игры. Это как, например, мне бы не нравились RPG, допустим. Или гонки там, или стратегии. Вот, примерно, да, вот так. Просто это не мой вид игры. Да, учитывая, что если бы Майнкрафт был говнищем, то в него бы не играло там, ого-го, сколько школьников, и не только. Ну да. Просто это не мой тип игры, вот и все. Ну да, вкусы разные, как бы, каждому на свой цвет и вкус. Но нужно оценивать трезво. Ну да, трезво просто надо оценивать, не говорить просто потому, что она плохая, блин. Игра ужасна, правда, схожие чувства у меня вызывали и в 2 штурмовой Operation Flashpoint, когда в него старше бы это играл. Ну, значит, товарищ Немуша, вам просто не нравятся стратегии. Вот весь вопрос в этом. Просто не ваш... штурмовик — это авиасимулятор, а Operation Flashpoint — это шутер военный. А он там еще написал... А, я что-то другой игру испытал, блин. В ТУ врага почему-то там. Или 2 штурмовик у меня что-то... Короче, перепутал. Ну, значит, как я сказал, вам просто не нравятся не стратегии, имею в виду, а просто такие игры там. Каждому какие-то игры не нравятся. Ну, в общем, я думаю, каждый себя понял, что да как. А чё это у нас... выход не открылся? А ты вниз спустись, и откроется выход. Опа, ну надо же. Сохраняться не хотел, потому что опасно, вдруг чего. Тогда за компом тебя только он, а я довольствую PlayStation 1. А тут получается, депутат стримит Front Mission, а Немуша булеткой только может довольствоваться, пока Front Mission идет. И отсюда... Опять же, прям булетку. А Немуша в покое, не любит он булетку, любит. Я за него скажу, а Немуша не любит булетку, он любит... хороших воспитанных стримеров, все. Или стримеров, все. Не надо больше бежать ни мушу с этой булеткой, не связывайте. Ну просто тут, по-моему, это допросилось сравнение. Так, может, не в магазин пойди, пока он не закрылся. Вот что-то мне это напоминает. Магазин. А что вы там покупать собрались? Да что-нибудь пожракать перед вашим стримом, чтобы... что было приятно наблюдать за вашими обучениями. Все, вылезай. Вот сейчас можешь сохраниться. Да, PlayStation 1 у меня была 4-й год. Консоль же порядка полустарел и проходил полную паритку. Первый сам тюка 7 раз получил дикие времена, пока посидел не купил. Но у меня также был, у меня PlayStation 1 был аж до 2009 года. Только в 2009 у меня появился PlayStation 2. Компьютера вообще не было, он у меня появился только в 2011. Там ближе к 12, начало 12 года. Так что... не одинок ты, Анюша. Ты где загрузился, я чуть не пойму. Вверх поднялся, я там уже был. А.
Да, на ГГ их много действительно. На ГГ их что-то чересчур много стало последние полгода или год. Я одного не пойму. Тут команда вниз, что, нету ехать? Нет, вниз ты не можешь поехать, ты должен спуститься оттуда, справа. А вниз он не поедет. Здесь он дождается. Нужна эта дамочка, вот, приходи на ГГ. Тебе кажется, придется встать, где пилы, и оттуда. Не придется, а может и... Не, пойдет собака, то надо будет сейчас варить. Видишь, там дубка стоит слева. Козлы! Я ж... Вот ты уже прошел большую часть, тебе, по-моему, еще вот это одно, еще, возможно, одно будет испытание. Во, а не муж, говорит, ему нравится это, которая спит, вот, стример. Если это стример, который стримит, как спит, прикольная девушка. Вот, говорит, видишь, да, муж, она нравится, видишь, лучше бы... Она нравится, чем они муж, если можно. Вот, видишь, лучше булетки, как. У нас тут нет девушки с пристрелом, как я сплю, никто не будет на цели комбинации. Вот-вот. Аня может стрелять. Так, я тогда, наверное, в магаз схожу сейчас, ребят. Ах, любите. Да-да-да, пойду в магаз, заодно там куплю что-нибудь себе. В общем, сейчас через минут 15 приду. Мочи, козлов, мочи! Все, давай. Скорее сюда дуй. Отлично. Ох, шикарно. Ага, сейчас еще будет газ запущен. Так, сейчас вернусь. Но я не в магазин. Я буквально на минутку. Так, ну что, продолжаем. Сейчас будет какая-то жопа, прям видно.
30 секунд. Чего и стоило ожидать. Венома видел я трейлер. Видел. Там уже врагов даже начинают говорить, кто там против него в фильме будет. Так, назад. Так. По поводу того, будет ли фильм крутым, думать можно многое, но я знаю два факта, что у него небольшой бюджет, это во-первых, для такого фильма. Во-первых, бюджет, во-вторых, компания, как бы, Sony на него не делает больших планов, поэтому фильм может быть... Ну, получится как хорошим и войти во вселенную, а может получиться откровенным трешаком, ну не трешаком, но в общем провальным фильмом. Абу, это не Marvel снимает. Там другая компания в съемках задействована. Вселенная это отчасти марвеловская, да, это ж еще Sony принадлежат, так что... Зато Джекумич, такие фильмы собирают хорошую кассу. Но в них часто это сюжет слабый. Там сделан упор на экшен. А в сольных стараются сюжет какой-нибудь сделать. Снова звонок. Снова временная пауза. Так, звоночек ответили, можно продолжать, посмотрим, что нас ждет дальше. Депутат еще не нарисовался, пошел за сладостями. А, черт возьми!
себе. Эх, черт возьми, блин, а? Опять этот аудиозвонок, чертов. Вот так вот. Вот это я понимаю. Понял. Вот она. Приказ есть приказ. Да, я согласен. Актер озвучки просто молодец. Ну, понятно, шипы уже работают. Мне надо еще Оскар давать за то, что я так замки взламываю. Наугад шлепая. Да, вот это предстоит прогулочка сейчас. А гайд, да, гайд мне бы не помешал, чтобы сразу щелк-щелк и взломал. Смотрю, все гайдами вокруг начали увлекаться. А фанатели от гайдов — это дурной пример, заразителен. Вы гайдами не увлекаетесь, ребята. Гайды — это, наверное, зло, я так думаю. Блин, что-то времени на вид как-то маловато. Двадцать три секунды.
По-моему, я сейчас прошел максимально быстро и можно сохраниться. Что скажете, товарищ? Сохраниться, наверное, стоит, ибо прошел я быстро. Быстрее тут пройти, по-моему. Для чего, собственно, парить? И это еще и не выкрутится. Вообще замечательно. Кстати, депутат там уже притопал, вы, наверное, могли бы слышать. Я дергал еще раз, они не прекратили. Вот. Хотя да, глянь, прекратили. Прекращают все-таки. Да, главное вовремя дернуть. Тут ты полностью прав. Вот тут вовремя надо все. Так, здесь опять какая-то дичь сейчас явно будет происходить. Слышите, шурудит? Шпион. Так, ну что, товарищ, я тут. Ух! Что, прошли то место? О! Почти все спасли. Ну, я ж устра не муж, я такой. Ну чё, пожрать купил? Конечно, что себе багет. А круассан? Кроме на круассан, к сожалению, не хватило. На багет потратился. Угу. Сосиски? Не, багеты. Это такой хлеб. Внутри сыр. Там, что ещё? Павлиный сыр такой. О, зашибись. Прошли. О, поздравляю, товарищ. О, это черненьким, что выделено? Типа туда сейчас нельзя? Куда это? Вон, Raptor Ferms. Нет, туда пока нельзя. Ну все, ты верхний участок практически прошел. Я его прошел вообще-то. Ну да, ты уже прошел. Теперь тебе надо последний участок. Надо пойди. Название запомнить. Фе-экве. Так, ага, вот он, Soul Storm Bravery. Вот про Soul Storm, кстати, этот испанец и говорил, что типа вот туда надо, типа. А я, кстати, в Soul Storm, получается, и не был, да? Да. Так, название. Запомни это. Сейчас я даже где-то там. Ты можешь скрин сделать. А зачем мне скрин? Я тебя умоляю. Бревери, да. Все. Название под следующий стрим есть.
Надеюсь, я правильно, именно туда мне сейчас надо. Ну да. Так, перейдешь, надо обязательно нектарчику выпить. Soulstorm. Я точно в Soulstorm же не был, да? По идее не был. И в офисе, получается, не был тоже, да? Не был. Только в верхнем отделении. Ну был. да, и мы ж не ходили туда. Во! Фе-эко. Подожди, нам на Soulstorm, а не Фе-эко депо. А вон Soulstorm. Снизу тогда. А сверху, получается, уже не надо нам сюда. Правильно? Угу. Куда ты хочешь пойти? Как насчет завода Soulstorm? Ты сможешь найти наш секрет, а? Дядя Ослика. Дядя Ослик. Тип туриста 4. О. Вот, дриппика ты уничтожил, Ослика тоже загнул. Дядя Нет, Ослик. Нет, Фрига ты, точнее, Фрига загнул. Все, доступ на завод Soulstorm. Только генерал Дрипкинс, вице-президент Ослик и директор Флик могут отключить главный ворот, либо за ними. Но это уже, по сути, тут почти конец игры. Угу. Я думаю, тут еще на один стрим максимум два. Ну, может быть. А, что ты так говоришь, может быть. Как будто, типа, значительно... Слушай, можешь пердежом взорвать эту хрень? Попробуй. А там, смотри, вон. Я не дадут взорвать. Так я ты можешь, пукнуть, конечно, вниз... Пукнуть... Да. А пердануть от сканер сработает? Нет. Ну отлично, сейчас, значит, как передану. Только аккуратно, сам там не взорвись. Перданул, блин, после сохранения, ну ты вообще красавец. Сохранялка ж тут гениально сделана. Ну чё, как тебе? Что сказать? Мастер, маэстро просто. Говорю это с заполненными щеками, Григорий. Просто Опа. Маэстро. А это какого еще хрена тут электричество? Я сюда еще не знаю. Ну вот, блин, название стрима это... А чё ж тут надо, чтоб туда пустили? Так ты же еще третьего не захватил. Так а вы мне Soulstorm. Значит, на Фе-эко. И кто это вы? Это вы там за свой Soulstorm начали. Фе-эко, значит, получается. Да, би Фе-эко надо. Значит, Фе-эко эксклюзивный офис. Значит, так сейчас и запишем. Так, сейчас пойду за водичкой. Ага, правильно. В заводярой, может? Ага. Так. Вот. Офис мы забацали. Говорите, показывает Домогага. В эфире новости. Сегодня директор Флейк обратился к кудаканским рабочим. Вонючие рабы! Я хотел сказать, мои дорогие сотрудники. Я обещал о вас заботиться, так? Я люблю вас всех как родных, так? Но если мы не поймаем этого Эйба, ребята, не видать вам больше напитка. Так чего вы ждете? Возвращайтесь к работе. Это был репортаж с фабрики по производству напитка. До следующих встреч. Это был репортаж с фабрики напитков. До следующих встреч, да. Действительно, где еще такую пресс-конференцию увижу? О, Карлсон.
Так, тут тоже, ребят, что-то многовато. Так, сейчас вернусь. Ага, супер. Тут уже эмулятор, как будто вот пока отошел, пришел депутат такой, быстро тут по кнопочкам понажимал, чтобы к черту все украшилось. Хе-хе-хе. И злорастно хе-хекнул. Ага, ты как думал? Ну я предупреждал, что надо менять эмулятор, товарищ. Проделки тут. Нет, конечно, я уже 6-й, наверное, 7-й раз говорю, менять эмулятор. Ради финала игры менять, да? Да, или вы любите хардкорщиков. Тут уже остается, блин, на один стрим эти Soul Storm бараки. Кстати говоря, а по продолжительности вот эта локация интересна, насколько, на час примерно? Да я не знаю. Ну да, я же говорю джипом, что депутат явно его запрограммировал, что он крашился специально. Его же ему... Он мне его скинул. И причем он хитро это так сделал, что вначале типа все нормально было, а потом... Я просто как киборг послал импульсный сигнал и начал ломаться. Так. Ух. Ой, кстати, мое самое любимое место. Опомнились. И вот та хрень оттуда аж до сюда достанет, да? Угу. А, ну и бедак, они уже киборги уже здесь. Я не стал эту игру покупать, потому что на ПК в старинной версии, вот этой классической, очень замороченное управление, и там, блин, себе дороже будет потом разбираться или что-то типа того делать. Ну там, в общем, тоже привыкать не пришлось, да? Ты убьешь себя? Не, хрен он себя убьет. А тут пробежать, он тут их ловить ты сегодня не сможешь. Ловить, да, но я хотел, чтобы он сам себя взорвал.
Чего? Блин, сколько. Блин. Чертей собралось. Аджбу, может, ты путаешь с другой игрой? Эта игра-то копейки стоит в стиме, там рублей 30-20 первая, ну и вот эта часть. Я же говорю, я ее ПК-версию не стал брать, потому что управление там замуд... Ну, как бы можно на джойстик настроить, но учитывая, сколько тут кнопок всего этого задействовано, пришлось бы попариться над этим. А еще плюс в окне, чтобы запускать ее, там тоже бы пришлось... О! Я услышал звук из 90-х. На самом деле анимуша Silent Hill есть один в стиме. Пятая часть, Homecoming. Вот он есть в стиме. Для России он, по-моему, недоступен, хотя одно время был доступен, но он, вот, Homecoming есть в стиме, остальных нету. Классики, да, нету. Еще какой паркур. Харвин тебе, Карлсон. Мне вот интересно, зачем я убивал этих хренов тут собравшихся, если все равно можно было в инвизе пробежать. Хороший вопрос, на который у меня нет ответа. Снова чертов аудиозвонок. Даже без них. Идет конференция. Вице-президент Ослик не должен быть испорчен. Нельзя использовать глюконовый голосовой замок и разблокировать главные ворота завода Soulstorm. О, вот он. Чертов Ослик. Так. А тут вообще рычаг, блин, умудриться дернуть, что ли, и потом еще быстро спрыгнуть вниз. Попробуй. А что значит попробуй? Хватит пердеть. А, ну тебе надо перепрыгнуть. И. Ну и короче, начать рычаг. Я
Я вижу, сделать... что мне надо перепрыгнуть. Да, сделать это надо все в режиме стелса. Проблема в том, что в стелсе он не допрыгнет. Да? Тогда надо, видишь, по темным участкам аккуратно идти. Ага, Джипом, да, видишь, ищем нужный момент. Кого бы дернуть, ищем. Да. Там, в принципе-то, я хрен беру это снизу. Кого бы так вздернуть? Только что-то тебя всем вздергают. То собачки, то слиги. Молодец. Да ничего, ничего, ты это. Продолжай патрулировать, как говорится. Конечно, передануть-то обязательно. Я думал, товарищ, что ты пробежишь. Там ситуация очень критична. Классно. Как специально он обернулся. Я даже ради него не стал сохраняться. О, класс. Везде эти слиги. Короче, спрыгнуть, сохраниться, подождать, пока он пойдет туда, и потом только идти. Похоже, у вас там не только одним багетом дело ограничилось. Да. Хрустим. Через чего это вы так пожрать, так сказать, хорошо решили? Да вот не знаю, через что я чуть побаловать.
Вот тут Сэп скинул картинку. Годуэль, я старый рыбак, я не вооружен. Я вижу. Иногда со стороны посмотришь, кажется нереальным успеет. Поверь, все реально. Еще бы, если бы было нереально, то разработчики бы не выпустили эту игру. Мне кажется, вам нужно залезть наверх, а потом оттуда спрыгнуть с края, когда те уже слиги будут там в темноте, и нажать быстрый рычаг. Нет, товарищ, это вы без толку делаете. Просто подумайте, смысл. Ну, закрывайте просто дверь за собой. Да понятно, что за собой, но... Так дольше, чтобы они их еще там закрыть, ждать, пока они пройдут. Так нет, ты сейчас залезешь, видишь, вот эту верхушку? Да я знаю, что туда можно залезть, потом прыгнуть резко. Потом дернуть рубильник. Я хотел сделать это более быстро. Более быстро не получится. Или вообще пробежать дальше просто. Нет, я немножко не понимаю хода мысли. Вы сейчас идете туда, чтобы закрыть что? Кого? Как да бы. Никого, я этих из... закрывать-то особо не собирался, я хотел дальше пробежать просто. Но тут, увы, не получится так. Круто, он еще и нужно на шаг назад отойти. Ох, чертовы мудакены. Ох, это чертов эмулятор. Завтра депутата вечером снова стрыма не будет. Завтра у депутата будет днем, 3 часа дня по Москве. Ну, снова благодаря Солушке. Конечно. Ох, эти Солушки. Да, крутят, летят, как хотят. Будет смешно, если завтра снова будет тренировка. Нет, ну вроде он сказал, что уже все. Да, гайды. У вас миссия там уже будет. Гайды рулят. Все в гайды кинулись, блин. Да нет, какой гайды? Это же просто посмотреть. Как бы... По картинке определить там финал. Финал это или не финал? Ой, блин. Вот с этого все и начинается. А ну да, ну да, ну да, ну да. Дай только повод. Ты знаешь, что-то это вот действительно у меня местами создалось впечатление, что тут хрен это там долю секунды либо можно успеть, либо просто надо забить болт и пробежать. Мне кажется, что надо все-таки их закрыть как-то быстро. Когда вот второй подходит, я и, вот допустим, сейчас смотрю, что уже они ходят по раздельности. Да.
Ты можешь, знаешь, как сделать? Один шаг, когда они, допустим, окажутся в левой части, один шаг сделать, они же остановятся, прислушиваются. И еще один шаг сделать. И потом прыгнуть и нажать этот. Второй шаг не туда был. Явно не туда. Ага, так прыгнул, что прям подстрелили. Ты можешь, кстати, с ним поболтать. Что-то какие-то необщительные попались. Во-во-во-во, давай, прыжок и... Уж извиняй, я же ждал. Вот, сейчас они синхронно, вот сейчас попробуй. Сохранюсь даже. Давай, сохраняйся. Прыжок и квадрат. Давай. Они в эту сторону смотришь, какой давай, ты что? А ты пока там пердел, блин, тебе надо было не пердеть, а прыгать. Вот сейчас готовься. Все. Зачем ты пердел? Ты мог прыгнуть, они пока бы обернулись, ты бы уже успел закрыть. Тренировать игру. Или, скорее всего, игра будет тренировать Курта. Вот и все. Видите, все гениальное просто. Проще было пробежать вперед, но сейчас глянем, что там впереди. Может там. Все, да, вот ваш. Проще товар. Было просто пробежать. А ты уверен, что ты мог пробежать? Вот чем прыгнув вопрос. И это, когда они там в самом краю. Ну ты можешь сейчас попробовать, в принципе, загрузиться и. Ага, и то, что я сейчас проделал, потом проделать по новой. Ну, если ты хочешь, конечно. Нет, не хочу. Ну вот. Жмем все подряд. Вот это скиллуха! Вот рандомщик, а? Вот рандомщик. Что что творит, а? Ой, блин, вот это мощно, а? Это, по-моему, это выглядит настолько круто, почти так же круто, как ты в Харвестере загадку с масками такой встал, щелк-щелк такой, щелк, и все, ну, открыл чисто... дверь. Там чисто вообще повезло, по-моему. А, да-да-да, повезло. Сейф там посчитал, там 150 вариантов или сколько-то там. Ну, блин, ну, выпал такой вариант. Да, вот, из 150 выпал четко нужный. Да ты там всех в шок поверх просто. И джипом, ну, и всех остальных. Что сказать, вот так выпало. Я не знаю, мне повезло просто, удача повернулась, как говорится, лицом. А может, другим местом? Нет, другим точно нет. Ну что, тебе вызывается лига. Пусть откроет. Ох, сколько. Опять. Сделаю-ка я вот так. Да-да, ты сейчас застрелишься, по-моему, сам. Вот везунчик, а? Yeah.
Ага, надеюсь на рандом. Цена только с хитрожопого. Вот, блин, жучара. О, цена вообще жучара, класса, вот жучара. Ёлки-палки. Вот это я... Аж джойстик. Аж джойстик не выдержал твоих этих... включений. Да. И портаций. Так, а вот... О, заработал. Сохраняемся. Это же футболки, ну? Знаешь, что творит, а? Ничего. Все, успеешь помучиться. Давай. Я в тебе вижу, да? Смотри на него, а? Вы видели, да? Че надо? Извините, сэр, да, задумался. Открой главные ворота! Понял, сэр, понял. Стрель! Да, сэр! Черт, он сегодня совсем не в духе. Загрузка. Твой смех Булкина звучал. А я рандому спас. Да, ты видел, как мастерски я это сделал. Да, мастерски вообще просто. Что попало, нажимал, так мастерски получилось. По-моему, божественно. Ой, как божественно сейчас было все. Раз. Ну а что сказать, в принципе, да, неплохо ты, конечно, загасил. Только вот тебе надо было тем заставить тех слигов подстрелить себя, сейчас ты как пройдешь мимо них. Конечно, ты можешь приманить их, чтобы их там захватить. Кстати, да, они же сейчас сюда это. Сейчас прибегут. Нет, так как ты захватишь, пока на экране не появится. Да я понимаю, но заранее. Давай. Чуть не идет. Да, вот теперь в чем вопрос. Теперь, походу, ты не выйдешь отсюда. Тебе придется опять голосовые замки проходить. Вообще-то, я же записался, по-моему, здесь. А, ну ты можешь загрузиться, в принципе. В смысле, я здесь сохранился уже вроде. Или здесь сейчас сохранился? Или нет? Точно? Нет, ты не сохранился, загрузиться можешь опять. А, ты же, получается, сохранился после уже двух звонков. Сейчас проверим. Разработчики, в принципе-то, это продумать должны были. Думаешь, они на тупе уйдешь, прибегут? Конечно. Ага, понюхать, да, тут ароматы любви? Хотя, в принципе, они тут, это, весьма большой маршрут делают, так что чё я парюсь-то? Ты можешь сделать так, когда они пойдут, допустим, налево. Да-да, я ж... Вот. Нет, что-то мне кажется, не пройдешь. Тебя единственное, что спасет, ты можешь заново просто вот это место включить, как бы. Я сейчас хочу поймать момент, когда они вдвоем рядом идут, и вот так с ними прокрасться, а потом вот так прыгнуть наверх и все, как бы. Не, не проканает, видишь, они тебя уже сразу палят. Так нет, это они потому что сюда смотрят, а если туда будут сейчас смотреть? Ну, не факт. Ну, пробуй. Там, кстати, в принципе, один бы по-любому уже выжил. Ну, один-то выжил, одного-то еще легко пройти. Подожди, тут вот... А, нет, один бы не выжил. Одного там можно было скинуть, кстати говоря, кое-как. Походу, вам придется перепроходить это место. Bye.
Что-то мне с трудом верится, что разработчики это... Нет, они как раз сделали упор на то, что с лигами, с лигов ты загасишь благодаря этому. Вот именно же помню. Черт возьми! Черт возьми, вот-вот. Так что еще раз, товарищ, проходите звоночки. И, как говорится, ловить заново. Как они тебя услышали все равно? Так я ж это, ну, не мелким шагом, а большим, что вот и услышали. Ты не успеешь, мне кажется. Пока ты залезешь, если даже ты побежишь... Так там рубильник еще. Ну попробуй, конечно, а как дальше-то будешь идти? Ну закроешь ты там, тебе ж туда нужно как раз-таки. Темноты нет, тут нигде нету. Нет, так не пройти. Я проходил, вот моча вот этих козлин. По-другому тут не пройти. Сохранение как раз таки здесь-то. Нет, ты можешь загрузить именно, начать вот это место заново, типа. Вот так. Перезапуск, да. Это хотя бы разработчики додумали. Это локация будет. Подожди, это локация заново. Да это ж целое дело. Ваши любимые звоночки опять с вами. Целое дело. Надо посмотреть все-таки повнимательнее здесь. Видите, товарищи, как все не просто придумали. Садисты, подлюки, негодяи. Вот. Нет, ты не успеешь там. Пока они развернутся, то они тебя успеют застрелить. Слишком далеко эта фигня сверху. И здесь нигде не это. Черт возьми! Закрыть я их успеваю, кстати. Закрыть, да, возможно, ты успеешь, но пройти дальше них, как бы, ты не сможешь. Они же там будут кучковаться в этом месте. Дальше ты по-любому не пройдешь, потому что там уже три будет слига, получается. Только если там в темноте где-нибудь затаришься, и то не факт, что ты дойдешь, потому что там уже внизу. Нельзя джипомич захватить, там эта хрень красная. Да, так что разрабы этот момент продумали. Я тоже тут так же затупил, помню, один момент. Потом пришлось перепроходить. Как говорится, ай-яй-яй-яй. Так, ну что ж, пойду я тогда, наверное, вам, товарищ Джости, эмулятор найду нормальный, а то что-то вы совсем обленились эмуляторы менять. Ну, с вас пример беру. Ну да, конечно. Да, Джибум, это большой, черт возьми, блин. Не, ну это ж надо, так сделать. Так, может мне снова свой запаковать, он-то нормальный будет. О, ленимся, да? Нет, он мой просто настроен уже был полностью, джойстик там, все настройки, я имею в виду, он-то нормально работающий, просто на твоем когда компьютере он же нормально работал, потом в какой-то момент у тебя что-то там багануло и эмулятор стал баговать. Так что я, наверное, все-таки пакую еще раз свой эмулятор. На моем эмуле тут просто это... Хотя там, по-моему, примерно такая же картинка, но слегка другая, в общем. Там настройки надо менять под эту игру. Сейчас даже скайп не скинул. Ладненько, непредвиденные затруднения, что за хрень. Все такое говорит. И затруднения возникли. Угу.
Господи, скайп. Уже мало весит, что он 44 мегабайта с 50 там копейки. Заархивируем. Ну, почему-то архив нормально отправляется. Все, я вам скинул в чат скайпа, товарищ. Mm-hmm. Что, радуйтесь. Радуйтесь жизни. У вас несварение, товарищ, потому что наш всегда что-то попутывает. Пусть полосам где-то место. У него несварение от данного места. Надо было. Заводчики жгу, не дураки, все продумали. Продумали такой этот. Меня больше эта хрень перепрыгнула. Меня больше эти аудиозвонки, блин. О! Нет, рано сохраняться. Так я на второй слот. А, ну и уже. О, вы на второй слот уже перешли, товарищ, да вы растете, я смотрю. Это вы не хотели яростно на второй слот сохраниться. Я его снесу. О, сейчас они синхронные. Данная ситуация вынудила, как говорится. Все, найс. Все, рекомендую вот здесь сохраниться и... Да надо еще за... Ваши звонки любимые. Хитрюга, а? Придумал уже способ. Так. Хитрая булка. Призывай этого. Открывай и гасит этих всех. Нет, ты не того зовешь. Надо вот этого, который рядом с тобой. Отлично. Давай, давай. Теперь вместе, да, вместе с ним иди, только не гуфнись. Зови его с собой. Так, пусть он завалит вот кого-нибудь из этого. Все. Ну, в принципе, один, если тут есть, это нормально, можно пройти одного. Тут же есть темные места. Так, этот сейчас еще раз стреляет. Хитрый уга, а? Не знаю, что творит, а? Вроде жук, блин. Вот жук, блин. Мне это нравится. А такой жук, что ж прям жужжит в ушах, блин. Открой главные ворота. Понял, сэр, понял. Да, сэр. Черт, он сегодня совсем не в духе. Угу. Все.
Только аккуратно сейчас там будет. Я один слик. Учитесь взламывать замки. Угу. Точно, Powerbook. А, ну это один тот, чем я. Во! Во, и в трубу, походу. Ух! О, какая пачка. 10 штук тут. О, ну ты уже 148 спал. Слушайте, я осталось троих спасти, и наши пари будут уже выиграны. Вот только у меня что-то такие сомнения, что это еще не конец игры будет далеко. За 17 минут я этот хрен проходил. Так, вот и прошел. Получается, сейчас столько не будет внизу. Вот сейф тебе, глянь, интересную штуку говорит. А ну. А вот только каждый мудак он свыше, чтобы все равно будет пару рублей штук. Да слушай, сейф у нас прям этот... Коммерсант. Как его? Экономист, блин. Все считает грамотно, так рассчитывает. Ну, старший экономист. Просто за молодец. Вот-вот-вот, а я о чем я говорю, настоящий экономист, надо его в парке нашел, Рыбкиных, записать. Будет там понемногу встраивать, как говорится, нашу экономику. Не обратил внимания, на фронте четвертом обновлялся магазин компов. Магазин компов, ты имеешь в виду вот этих, как он называется? Способности. Способности, по-моему, да, обновлялся. Но он обновляется, пополняется понемножку, они там говорят. Даже персонажа, типа, посетите... Ты глянь, это, я этого взорвал пердежом, а он опять живой, ну что за хрень? Смотри, как хотел. Там говорится, что, типа, посетите магазин, как бы новые запчасти перевели, так что обновляется. Все, вот. Все-таки будет название следующего стрима Soul Storm Refinery. Хоть зайди, посмотри, что там. Естественно, я зайду туда. Ничего пока это. Ничего сверхъестественного. Ну это сейчас, там может дальше. Soul Storm Refinery. Я даже сейчас запишу. Как там я тебе писал? Почему-то Brewery, да, а тут Refinery написано. Завод Soul Storm. Так. Так, ну. О! О, слепые мудакончики. Тебе надо мудакона заставить, чтобы он лифт спустил, наверное. А, вон ты можешь вниз спуститься. Я вниз могу. Так, его надо заставить покрутить, короче говоря. В общем, 26 мудакинов и минус рубли из кошелька сэра Лара. Ага. Вот что, звучит это аппетитно, как говорится. И мотивирует всех спасать. О, даже так. Смотри, слушай, надо было не на гуфы это говорить, а количество один мудакон, один рубль. Итого 300, сколько там? 300 мудаконов, 300 рублей, по-моему, вообще это по-божески, по ниточке. Так, ну что, будем, наверное, здесь тогда сохраняться как раз на начале. Ну да, можешь здесь сохраниться. Обанкрочусь я с тобой скоро, наверное. Так ты еще не это. Не начал еще никуда вкладываться, так что. Я боюсь даже вложиться, вдруг обанкрочусь. Тем более не со мной получается, а с сейфом. Да, товарищ, зеваем уже, потому что 11 час, как. Блин, это он зевает, у него желудок переваривает, потому что он съел просто.
Да Буба просто про специалист этим разбирается в этом деле. Да. Ну что ж, дорогие френды. Thanks for watching everyone and goodbye and good night for everyone. Be well, guys. В общем, всем спасибо, кто был на стриме. Все молодцы. Всем приятного отдыха, спокойной ночи. И еще, как говорится, увидимся и не раз. И услышимся. Вот. И забацаю я все-таки сегодня. Возможно, может быть, посмотрим голосовалочку за новую вечернюю игру. Ага, помимо, возможно, может быть, посмотрим. Помимо мутакенчиков. Вот. Там, кстати, весьма интересный проект, один особенно похожий на Clock Tower, очередной наследник будет в голосовалке. Вот. Так что, думаю, вам понравится. И в статье я все изложу со скриншотами, чтобы каждый мог выбрать игру. Mm-hmm. Вот. Ну, надеюсь, что будет. Будет голосовать, я надеюсь. Ну, конечно. Завтра, единственное, товарищ, пока что вы тут все, пожалуйста, пропустите видосик, если не трудно. Да, очень, ну, кинь нужно в чатик сейчас. Да, сейчас я скину ссылочку вам, ребят. Возможно, кто-то уже успел убежать из чатика, но все равно попытка. Хотя бы последний видос, который сегодня я залил. Да, кто-то он уже успел покинуть чатик. Кидай, пока. Да. Чтобы не успеть плюсануть. Да, плюсануть, ребятки. И единственное еще, что хотел попросить завтра, поскольку у Курта будет стрим. Кто еще не подписан, как говорится, подписывайтесь. Вот ссылка на канал Курта. Кто еще не в курсе, пока еще тут. Вот, подписывайтесь. Завтра будет стрим у него по резику Nightmare Jill. Тяжелый, мега тяжелый мод. И будет интересно. Может, думал, порно видосик будет, но, к сожалению, было. Надо было сказать вначале подписываться на меня, а потом уже на Курта. То как-то получается, ты это. Так не на тебя уже все подписаны тут, кто сидит-то. Ну, не факт, может, кто забыл еще подписаться. Подписывайтесь на Бубенского, ибо он любитель круассанов, и за этого надо его и любить. И жаловать какие-то. Да вон уже есть это, замена круассанам, печеньки, крутой покер или как там. Ох. Слушайте, супер. А как у вас такое спонсирование по сладостям? Вы, наверное, случайно не шоколадный магнат там какой-нибудь? Да не, вот. А был бы, это было бы вообще сказочно. Я думаю, что было бы это не сказочно, потому что у вас был бы уже, наверное, диабет, скорее всего. Ну, тем не менее, это же, по-моему, забавный аргумент. Но, увы, это обман зрения. Стало 3 плюсика, видишь, какой мой плюсик весомый. О, сейчас посмотрим. Аня уже посадал видео с фронтмишеном. Боже, жизнь анимушества никогда не станет прежней. Прости, анимуша, но иногда надо идти на жертвы. Да, анимуша, хотел сказать тебе, надо было минус ставить, но тогда бы рейтинг упал видео. Так что так. Ну что, 5 плюсов есть. Спасибо, ребята, хоть на этом. Да, в любом случае. Уже неплохо. Да, спасибо, ребят, большое. Очень приятно, когда работу ценят, как говорится, и заставляет мотивировать делать контент лучше. Но все же буду Людку блюсовать. Но это святое дело будет, это святое. Ну что ж, на этой веселой нотке теперь уже можно и еще раз сказать. Be well! Да, всем спасибо, кто смотрел. И спасибо, Буба, тебе еще раз за. Да, и эмулятор крашнулся. Смотрю. Ну, как обычно. Вот я вам сейчас скинул в скайпике. Пожалуйста, пользуйтесь. Тот же эмулятор, он не должен уже багануть, потому что я как помню, у вас какая-то ошибка в компе случилась. Из-за этого что-то место там закончилось на 10. А, место закончилось, из-за этого эмулятор стал крашиться, что странно. Да, спокойной ночи вам, товарищи Немуша, всем спокойно, Бу, Джипом, Сев, Дарклик, всем, ребятки, пока-пока, всем-всем-всем. Bye-bye, friend. Вытранжирил плюсики. Да, ну слушай, 5 плюсов на видео. Облегчение такое. О, да это какое облегчение. Не, ну правильно, там такая технически совершенная игра. Ты мне, кстати, где скинул-то? В скайпе говоришь? Да. В скайпе нету. В чате. Нету. Как это? Как вот, это нет? Смотри, у тебя экран сейчас еще показывает. Вот ты видишь, нету, вот смотри сам. Так, сейчас, момент. Где этот чертова дрянь? Чаты, вот, нажимаю. Так вот же файл, здесь что он тут? Какая-то волна, отправка идет, написано.
Да, кстати, Бу, покедова.